К другим темам. Сводный отряд югорских полицейских вернулся из командировки, которая проходила на Северном Кавказе. В него входили стражи порядка из Сургутского района. На железнодорожном вокзале Сургута бойцов встречали командиры, родственники и наши корреспонденты. Обстановка на перроне Сургутского ЖД вокзала была торжественной. Сводный отряд встречал главный полицейский Югры Василий Романица. 12 человек из числа прибывших получили благодарственные письма за успехи в службе. Сводный отряд полицейских Югры охранял правопорядок в Чеченской республике. В составе отряда были 4 сотрудника полиции Сургутского района. Среди них Илья Брусницын, специалист автохозяйства районного ОМВД. Уверяет, полгода, проведенные в Моздоке, оставили ему лишь хорошее впечатление. Применять оружие не пришлось ни разу. Выезд в город Грозный запомнился, что он расстроился. Красивый город стал. А так, основное, обычная служба. Там жарко, а здесь холодно. Но здесь все родное. Отряд вернулся в Югру без потерь и пострадавших, однако пока не в полном составе. Несколько полицейских направили в соседний с Чечней Дагестан. По словам Ильи Брусницына, сейчас там обстановка более напряженная. Сейчас группировка наша там в Дагестане, но там, наверное, посерьезнее все. Перед отъездом в командировку югорские полицейские прошли серьезную подготовку, в том числе и к ведению боевых действий. А в целом отряд представлял мобильный отдел внутренних дел. В его составе были кинологи, следователи, эксперты и другие специалисты. Данный отряд в боевых операциях не принимал участие. Тем не менее, мы готовим их всех, потому что изменение обстановки может быть в любой момент, и поэтому здесь нет особых разграничений. Родные и близкие полицейские в течение полугода общались с ними лишь посредством сотовой связи и интернета. У нас люди, когда уезжают, мы всегда поддерживаем связь не только с ними, но и с членами семей, которые с родными и близкими, которые остаются здесь, оказываем всяческую помощь. И поэтому в постоянном контакте, более того, мы отправляем нашим бойцам, которые там несут службу, отправляем всевозможные посылки там, от родных, близких и от себя отправляем. В следующий раз сводный отряд полицейских Югры отправится в командировку на Северный Кавказ в конце лета. Татьяна Островская, Альбина Маковеева, Андрей Гуршмидт, телерадиокомпания «Север».